Уральские подростки стали чаще совершать преступления. Статистика показывает, что рост составляет более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в ювенальной полиции. О том, на какие преступления чаще всего идут несовершеннолетние и что подталкивает их приступать к закону, узнавал наш корреспондент. В основном подростки совершают имущественные преступления. Это кражи, мошенничество, грабежи. Переступают закон несовершеннолетние зачастую, чтобы обогатиться. Они воруют или отбирают деньги и сотовые телефоны. В текущем году подростки совершили 26 преступлений, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Всего задержано 18 несовершеннолетних, из них один школьник, 11 студентов колледжа и 6 подростков, которые нигде не учатся и не работают. Анализ личности нарушителей показал, что 3 подростков воспитывают в неполных семьях, один в неблагополучной семье. Специалисты образования сообщают, что основными причинами совершения преступлений подростками является отсутствие контроля со стороны законных представителей. Также, вы знаете, актуальным является вопрос вымогательства. И для этого у нас установлены видеокамеры в школах, ведется дежурство администрации школ, ведется контроль специальными охранными агентствами, которые на сегодняшний день обеспечены 90% наших школ области. С целью защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с заинтересованными государственными органами реализуется комплекс мер, направленный на профилактику, выявление, раскрытие и учет преступлений среди подростков. В целях выявления семей, склонных к совершению антиобщественных действий, сотрудниками совместно с участковыми инспекторами полиции на ежедневной основе проводятся подворные обходы, где выявляются семьи, где дети подпадают именно в группу риска. Так, с начала года нами было выявлено и поставлено на учет порядка 30 семей неблагополучного контингента. Всего за прошедшие 3 года в управление полиции было доставлено свыше 600 подростков за совершение административных правонарушений, таких как мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также нахождение в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей. Дана Киримбаева, Айбула Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.